Все. Включил. Ну что, мы вспомним, что мы читали в прошлый раз. Да, мы с вами не дочитали предисловие в главе Хелек. И остановились мы на основах, да, вот эти знаменитые 13 основ веры, то есть догматику, которую впервые, собственно говоря, в явной форме для иудаизма формулирует Рамбам. И мы остановились, по-моему, то ли на 7-й, то ли на 8-й основе. Давайте начнем с 7-й. По-моему, мы ее читали. Да? 7-я основа – это пророчество Моше. То есть следует быть уверенным, что Моше – отец всех пророков, бывших до него и после него. И все они ниже него на ступень, и он избран Всевышним из всего человечества. Он постиг и принял от Всевышнего больше, чем постиг или постигнет любой человек, бывший или будущий. То есть в каком смысле Маймонид, мы это говорили, да, он превращает Моисея в некую парадигматическую фигуру, в не человека в каком-то смысле, да, то есть это он дальше и пишет, да, он, мир ему, возвысился над уровнем человеческим настолько, что достиг уровня ангельского и утвердился на уровне ангельском, и не осталось ни одной завесы, которая не была бы разорвана перед ним в клочья. То есть полное, так сказать, слияние с небесным миром. Ну, что имеется в виду под небесным миром, это, конечно, отдельный вопрос, да, но это мы обсудим, когда будем говорить в целом вот об этих 13 основах веры. Но так или иначе, он выделяет, помимо, собственно говоря, самой веры в то, что существуют пророки, то есть существуют люди, которые каким-то образом могут опосредовать, да, взаимодействие между небесным миром, условно, и земным, есть и вот особая роль Моисея, который как бы в том смысле не человек. Ну и дальше он говорит о том, что хотел бы я здесь объяснить эту удивительную тему и снять замки со стихов Торы, и объяснил бы я слова уста к устам, как Бог говорил, да, с Моисеем уста к устам, и весь этот стих, и другие о том же. Если бы счел все эти темы столь, если бы не счел все эти темы столь тонкими, что потребуют они многословия, предисловия, аллегории. И прежде нужно было бы объяснить сущность ангелов в их иерархии, а также ангелов, их отделенность от Творца. И надо было объяснить все о душе, ее способностях. И так дело дойдет до форм, о которых пророки, в которых пророки описывали Всевышнего и ангелов. Да и на этом я не остановился бы, если бы был предельно краток. И я бы уложился страниц в 100, то есть меньше 100 страниц на эту тему потратить невозможно, и поэтому Рамбам говорит, что я отложу это для более достойного места, книги, комментариев к Агаде. Мы помним, что он говорил, да, о том, что он собирается написать книгу комментариев к Агаде, то есть к талмудическим драшот, где объяснит их полноценным образом. Это, собственно, он в самом начале этого предисловия говорил об этом. И вернусь я к этой самой теме, к теме 7-й основы, то есть не буду объяснять все подробно саму вот эту механику пророчества и особенность пророчества Моисея. Он говорит, что я просто скажу, что пророчество Моисея отличается от пророчества всех остальных пророков четырьмя свойствами. Первое отличие: со всеми пророками он говорил не иначе, как используя некое посредничество. И только с Моше он говорил непосредственно, уста к устам. Мы помним, да, что это все равно нужно это все понимать каким-то образом. Да, что, значит, Всевышний говорил с Моисеем уста к устам. Уста к устам не мог говорить. У нас была до этого как раз одна из основ веры, что ни в коем случае нельзя приписывать ему телесность. Значит, это можно понимать иносказательно. А как вот... Он говорит, что в другом месте он объяснит. А пока что нужно иметь в виду, что вот это посредничество Моисея, оно было такое, что он сам в каком-то смысле посредника не имел. Второе отличие,
ко всем пророкам пророчество приходило только в состоянии сна или видений, а у Моисея нет. Ну, он объясняет, что такое видение или во сне, да, мы это пропустим. А к Моше приходило слово Всевышнего средь бела дня, и он стоял между двух херувимов, керувов, как обещал ему Всевышний. То есть не было ни видений каких-то, ни сновидений, а было непосредственное общение. И четвертое отличие ко всем остальным пророкам. Пророчество приходит не по их свободному выбору, а по воле Всевышнего. Иногда пророчество не приходит годами, иногда люди требуют у пророка ответа, он вынужден ждать днями или месяцами, иногда пророчество не приходит вовсе. Ну, а с Моисеем дело обстоит иначе. У Моисея, значит, он мог в любое время входить и выходить, как про него сказано. То есть вот эти четыре отличия, да, четыре отличия пророчества Моисея от всех остальных пророков. Ну хорошо, значит, это была седьмая основа, и мы, по-моему, про нее говорили в прошлый раз, я не помню, насколько подробно, но еще раз мы о ней поговорили, чтобы вспомнить, о чем, собственно говоря, речь. И дальше он формулирует восьмую основу. Восьмая основа – это Тора с небес, то есть Тора имеет небесное происхождение. То есть следует быть уверенным, что вся Тора, которая существует у нас сегодня, та самая, которая была ниспослана Моисею, и вся она из уст Грозного, ну, не Ивана Грозного, а Грозного Творца. Это значит, что Тора получена от Всевышнего путем, который аллегорически назван речью. Видите, он употребляет все-таки какие-то, намекает на то, что здесь есть, в любом случае есть нечто аллегорическое, нет речи у Всевышнего, как нет у него уст, нет у него рук и так далее. И поэтому аллегорически это называется речью, логосом. Да. И никто не знает, как это было, кроме самого Моисея, который эту Тору принял. И был он как писарь, которому говорят, а он записывает все, исторические, повествовательные тексты, заповеди. И поэтому он назван высекающим на камне. Ну, здесь Саша пишет, что высекающий на камне, он решил буквально перевести. Мехокек. Мехокек – это тот, кто является законодателем. Но действительно, высекающий на камне и законодатель на иврите вроде бы и так и звучит. Это и этот мехокек, и тот мехокек. И дальше он замечает важную вещь. И нет никакой разницы между сыны Хама, Куш, Мицраим, Фут и Хнан, или же имя его жены Метабель, а дочери Матред, и тем, что говорится «Я Господь», или «Шма Исраэль, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь один». И что он хочет сказать? Он хочет сказать, что Тора, в принципе, это текст, в котором нет чего-то важного и второстепенного. Да? То есть, поскольку он имеет небесное происхождение, то даже такие, вроде бы, на первый взгляд, совершенно неважные сведения относительно сынов Хама, который проклят, да, и должен быть рабом своим братьям, и зачем нам знать про то, кого он там родил, Куш, Мицраим или нет, или там имя жены какой-то, да, Метабель и так далее. Но, тем не менее, он говорит, что все это на самом деле находится в каком смысле на одном уровне, да, то есть я Господь из Деколога или Шма Исраэль на самом деле не отличаются по своей, здесь нужно понять, да, мы могли бы по-простому сказать, по своей святости, но что это означает по своей святости, да, то есть Тора представляет из себя вот такой текст, где нет как бы незначимых элементов, они все одинаково значимы. Все из уст Грозного, как он говорит, все это Тора Всевышнего, цельная, чистая, святая, и она истина. И мудрецы считали Менаше самым большим отрицателем Торы, лицемером из всех отрицателей,
только потому, что он считал, что в Торе есть сердцевина, есть скорлупа, что есть истории и рассказы, и в ней некоторые бесполезны. Они якобы добавлены Моисеем. Что это за Менаше? Да, это царь Иудеи, видите, 7 век до нашей эры приблизительно. Вот среди грехов Менаше были такие, как стирание имен Всевышнего, свитка Торы, кровосмешение, ну и так далее. Да? Но вот то, что Рамбам подчеркивает, что самое главное, что он в Торе выделял главное и не главное. То есть говорил о том, что вот есть важные вещи, ну, например, 10 заповедей, а есть неважные вещи, ну, какие-то истории, рассказы. Значит, это восьмая основа, да, что небесное происхождение Торы и значимость всех деталей этого текста. Когда Рамбам говорит о Торе, отдельный вопрос, что он имеет в виду, да, поскольку он говорит о Моисее, то он, видимо, имеет в виду Пятикнижие, да, что мы можем сказать про Тору в широком смысле, то есть про Танах. Ну, видимо, все-таки Танах – это не то же самое, что Пятикнижие для Маймонида, поскольку здесь вроде бы речь идет именно о Торе Моисеевой. Ну хорошо, давайте перейдем к девятой основе. Девятая основа – это неизменность текста Торы. Ну, неизменность Торы как таковой, да, не текста. Текст, понятно, что текст неизменен. Имеется в виду, что законы скорее. То есть Тора уже не подвержена ни отмене, ни новому дарованию от Всевышнего, ни добавлению к ней, ни изъятию из нее, ни в тексте, ни в толковании его. Как сказано, не прибавляй к этому и не убавляй от него. И все, что касается этой основы, мы уже объясняли в предисловии к этому сочинению. Действительно, в предисловии к Мишне общем, да, он об этом говорил о неизменности Торы. И понятно, что это, собственно говоря, является антихристианским как бы выпадом таким, ну или благодаря тому, что существуют те, кто утверждает, что вот Тора изменилась. Она изменилась в каком смысле? Эти законы, которые в ней написаны, они потеряли свою актуальность в буквальном смысле и обрели свою актуальность в духовном смысле. Хотя, как мы помним, Иисус как раз говорил, что я пришел не прибавить, не убавить. Да, вот это не случайно Рамбам цитирует именно этот стих, потому что именно это говорит Иисус, оно в дальнейшем уже павлинистское христианство, да, то есть Павел как раз говорит о том, что Тора Моисеева потеряла свою актуальность в ее буквальном смысле. И нужно читать ее аллегорически. Собственно, и сам Маймонид предлагает это читать аллегорически, да, но аллегория рознь. Аллегория христологическая и аллегория философская — это два разных типа аллегоризации или аллегорезы Писания. И, в общем, вот эта основа про неизменность, она является, конечно, полемически заостренной. Десятая основа. Десятая основа – это Всевышний знает все поступки людей, и он их не оставил. И это, вопреки говорящим, покинул Всевышний эту землю. Вам цитируют, видите, это Иезекииль, да, сам стих «покинул Всевышний эту землю», но Иезекииль как раз не имеет в виду именно это. А Рамбам подразумевает определенный взгляд на управление миром, на божественное провидение. И этот взгляд, собственно говоря, приписывается, например, Аристотелю. Что даже если предположить, да, что значит, есть творец, хотя с точки зрения Аристотеля нет творца, потому что мир предвечен, да, есть первопричина, но нет творца. И в любом случае взгляд такого рода, он говорит о том, что все, что происходит в подлунном мире,
даже если предположить наличие Творца, оно происходит по определенным законам, которые он заложил, значит, в происходящее. Сам он не вмешивается. И он развивает эту мысль «Путеводители растерянных», где разбирает книгу Йова. И, может быть, мы об этом более подробно поговорим впоследствии. Но в данном случае вот эта десятая основа – это не что иное, как вопрос о божественном провидении, который являлся в средние века очень важным. Вокруг него было множество споров, да, вот, например, такого рода. Да, то есть, как все происходит, происходит, Бог вмешивается, не вмешивается, знает он, что происходит с людьми, не знает. Знает ли он индивидуумов, мы, по-моему, про это говорили, да, или он знает только виды, в каком смысле, да, потому что он знает только то, что является вечным, а индивиды, они возникают и уничтожаются, и все, что возникает и уничтожается, оно изменчиво, и он, собственно говоря, в силу своего знания, которое является неизменным, не может их знать. То я воспроизвожу различные рассуждения на эту тему, да, которые, собственно говоря, бытовали в средние века, и эта полемика вокруг споры, да, вокруг темы божественного провидения, они на протяжении всех средних веков велись очень активно. И Рамбам здесь говорит, ну, традиционную, собственно говоря, высказывает позицию, что Всевышний знает, людей он не оставил, то есть в каком смысле он держит руку на пульсе, не вмешивается. 11-я основа. Всевышний вознаграждает соблюдающих повеления Торы и наказывает нарушающих его запрет. Это один из постулатов Калама, как мы помним, да, это вознаграждение, да, и наказание. Саади, собственно, тоже про это говорил, если вы помните, да. То есть есть, с одной стороны, заповеди, которые даны, да, а с другой стороны есть вот награды и наказания. Есть предостережение, плохо себя не ведите, ведите себя хорошо, будете вести себя хорошо, получите так-то и так-то. Будете себя вести плохо, получите то-то и то-то. Это, да, тоже достаточно традиционный взгляд. И он в том числе является и соответствующим одним из постулатов Калама. И Маймонид его здесь упоминает. А величайшая награда, добавляет он, это грядущий мир, а тяжелейшее наказание – отсечение души. И мы об этом сказали уже достаточно, действительно, в начале этого предисловия к Перек Хелик, он про это много говорил, да, что есть этот самый грядущий мир. Это соединение души, так сказать, с активным интеллектом. А отсечение – это когда, значит, душа не имеет такой возможности. Грядущий мир – это вечное существование души. Ну, он приводит здесь стих, который указывает на эту основу. Не будем сейчас вдаваться. 12-я основа – это дни Машиаха. То есть вера и подтверждение того, что он придет. И терпеливо жди. Ведь сказано, если задерживается, ожидай его, и не определяй ему сроки прихода, и не толкуй стихи Писания, чтобы вычислить время его прихода. То есть исчисление конца времен или вот этой эпохи мессианской, это тоже одна из тем, которая со времен Талмуда, да, можно ли рассчитывать эти самые конец времен или нет. Ну, и Маймонид говорит о том, что нет, не стоит этим заниматься, хотя, как мы знаем, беспрерывно именно этим и занимались, да, и каждый раз возникали вот эти эпохи, которые, где многие считали, что вот-вот-вот-вот-вот уже, да, вот это сейчас мессианская эпоха, сейчас придет Мессия, и вот даже у некоторых он пришел, только хотелось, чтобы он пришел. Ну, с точки зрения Маймонида, он не пришел. Мы помним, как он описывает эти дни Машеха. Он говорит, что вот эта эпоха, да, эра мессианская, она придет, нужно терпеливо ждать, вычислять сроки нельзя. И также будь уверен, что в нем величие и любовь, и молись о его приходе, которые описали все пророки от Моше до Малахи. На самом деле, мы понимаем, что, вообще-то говоря, в Торе нет ничего, да, про приход Мессии.
Поэтому это как бы отдельный вопрос. Но вот Саша пишет, что этим замечанием Рамбам опровергает возможность совмещения принадлежности к иудаизму с верой в пророков, христианством, например, Иоанна, или ислама, например, Мухаммада. А кто усомнится в этом или сочтет это маловажным, отрицает Тору, которая определенно говорит об этом в разделах Билам и Ницавим. Ну, это на самом деле совершенно не очевидно, что там говорится об этом, да, что Балаам или Билам говорит о приходе Мессии, там это весьма туманно, и Ницавим тоже это весьма туманно. Но Рамбам это повторит, и мы, может быть, это прочитаем еще в Мишне Тора, где он, собственно, еще раз будет об этом говорить, приведет стихи из Торы, которые вроде бы говорят о мессианских временах. Хотя по прямому смыслу мы не находим в Торе никаких указаний на наличие вот этого самого мессианского времени и прихода Мессии. И еще царь Израиля должен происходить обязательно из потомков Давида и Соломона, и всякий, кто претендует на права этого рода, отрицает слово Господа в Торе и его пророков. То есть не может он быть из какого-то другого рода, кроме Давида. То есть он потомок Давида. Ну и, наконец, 13-я основа – это воскрешение мертвых. Я ее уже объяснил. И действительно, он в самом начале говорил нам о вот этом воскрешении мертвых, которое произойдет, собственно говоря, как раз в эти самые мессианские времена, да, то есть произойдет воскрешение мертвых. Ну и мы помним, ну, на всякий случай напомню, если кто-то не помнит, да, что это такое. Вот все воскресли, а мессианские времена – это времена очень благоприятного человеческого общежития, скажем так. Народ Израиля спокойно живет на своей земле и представляет из себя, я немножко утрирую, да, слова Рамбама, но так это получается, представляет из себя такое сообщество философов. Все остальные народы признают, что так и должно быть. Каким-то образом помогают этому идеальному городу, городу философов, полису философов, ну, собственно говоря, да. Израиль будет из себя представлять этот идеальный полис. И эти самые философы, ну, каждый из них по отдельности может добиться чего? Может добиться того, что окажется в этом самом мире грядущем. Мир грядущий – это не мир телесный. И поэтому тем, кто в свое время не смог по тем или иным причинам, да, не доучился и так далее, по сути дела, воскрешение из мертвых, получается, что оно предоставляет второй шанс, да, теперь восполнить свое образование, стать добродетельным и мудрым человеком, как он объяснил, да, то есть добродетельность, по крайней мере, здесь в предисловии к Мишне, она тоже важна, правда, как некая платформа, да, над которой надстраивается интеллектуальное постижение. И вот таких индивидов будет все больше и больше. Да? То есть будет предоставлен такой вот шанс. Поэтому те, кто, значит, в свое время не мог заниматься философией, философией я имею в виду изучением наук, тот, кто не мог изучать науки, тот, кто... кому приходилось работать, да, тяжело и так далее. Вот это возможность. Но он, тем не менее, был праведным и так далее, и удостоился вот этого самого воскрешения. У него есть шанс удостоиться и мира грядущего. И когда примет человек эти 13 основ и будет уверен в них, он войдет в общество Израиля. Это очень важная фраза, да, которая, собственно говоря, Маймонид утверждает, что мы уже говорили об этом, еще раз это подчеркну, да, у Маймонида получается, что дело вовсе не в генетике, дело не в том, чтобы родиться евреем по крови и так далее, а что нужно для того, чтобы оказаться частью Израиля, просто принять вот эти 13 основ. Принял 13 основ, все, ты часть Израиля. И мы обязаны любить и милосердно относиться к нему, тот, кто принял эти 13 основ. К такому относится все, что велел нам Всевышний, о любви к ближнему и о братстве. И что бы он ни совершил,
охваченный страстью или принуждением злого начала, он будет наказан и будет считаться грешником из Израиля, но не утратит своей доли в грядущем мире. Это отдельно как бы вопрос, да, что значит не утратит свои доли в грядущем мире, если по доле в грядущем мире это не что иное, как вот это самое соединение души там и так далее. Ну, по-видимому, опять же, имеется в виду, что потом он, например, воскреснув, сможет доработать то, что не доработал. Да? То есть этот свой грех, который не дал ему возможности, в том числе, продвинуться в изучении философии, он восполнит. А тот, кто усомнится в одном из этих принципов, ну и кроме всего прочего, да, надо сказать, конечно, что он заканчивает этим. Почему? Потому что сказано же, что «Коль Исраэль, Ешлаем Хелек, Баулам Аба». То есть у каждого еврея есть доля в мире грядущем. Что такое доля в мире грядущем, он уже объяснил. А теперь в самом конце объясняет еще и, что такое Израиль. Да? Что такое Израиль? Израиль – это тот, кто принимает вот эти 13 сознов, которые он здесь описал. А тот, кто усомнится в одном из этих принципов, покидает общность Израиля и отрицает основы. Это тоже, в общем, инновационная история. Да? Потому что, вообще-то говоря, вроде бы в таком стандартном иудаизме, который нам известен до Маймонида и после Маймонида, евреям невозможно перестать быть. Да? То есть родился евреем, все, делать нечего. А у Маймонида получается, что он покидает общность Израиля, отрицает, да, отрицает основы. И будет он назван еретиком, апикоросом, искореняющим насаждение. Намек на Элишу Беновую, да, который рубил насаждение, да, войдя в парадес. И такого мы должны ненавидеть и, удивитесь, убить его. Смотрим, что пишет Саша по этому поводу. Ничего не пишет, он пишет просто арабский соответствующий термин, намекая нам на то, что он перевел его буквально. И о нем сказано: ведь ненавидящих тебя Всевышний ненавижу я. И я уже весьма приумножил свои слова, очень удалился от темы этого сочинения, но лишь потому, что это весьма важно для основ Торы. И я собрал воедино множество ценных сведений из разных источников. Будь же им рад. Ну и дальше педагогическое пожелание. Повторяй раз за разом, обдумывай хорошенько и так далее. И не обольщайся мыслью, что понял с первого раза или с десятого раза. Ты, Всевышний, знаешь, что ты заблуждаешься. Не будь поспешен, ведь я писал это не как на ум взбрело, но долго обдумывая, взвешивая истинные и ложные воззрения. И я отметил те из них, на которые можно положиться. Я проанализировал их и привел доказательства по каждой теме. И у Всевышнего я прошу, чтобы указал мне истинный путь, ну и так далее. А теперь вернусь к разъяснению главы, и дальше начинается комментарий к 10 главе трактата Санедрин. А это вот предисловие. Ну, вот это завершение, которое может показаться тоже немножко странным, не обольщайся мыслью, что ты понял, что, собственно говоря, да, мы, вот мы прочитали, можно ли сказать, что мы не поняли, да, что же мы, собственно говоря, не поняли. Вроде мы как-то более-менее все поняли, а он говорит нам, не ну, ты заблуждаешься, имею в виду, что ты не все понял. Что имеет в виду Рамбам? На самом деле он имеет в виду, я думаю, следующее, да, и в том числе, когда говорит о том, что он писал очень взвешенно, да, этот текст и долго обдумывал, как это написать. Потому что на самом деле этот текст, вообще-то говоря, как мы видели, противоречив, особенно когда он формулирует вот эти самые основы. Да, то есть эти основы, они на самом деле вроде бы в каком-то смысле, то есть мне нужно некоторые усилия произвести, чтобы соотнести эти основы с тем, что он, собственно, говорил в предисловии, потому что эти основы сформулированы на языке более-менее привычном для религиозного, так сказать, сознания. Да? Вот Моисей говорил с Всевышним лицом к лицу, вот Всевышний знает, что происходит с людьми, вот он наблюдает и так далее. Как же он наблюдает? С другой стороны, ты говоришь, что он такой, что про него вообще ничего нельзя сказать, да? Что он, так сказать, не телесен никоим образом и так далее. Но здесь есть заложена, да, ну, некая проблема. Проблема эта
она на самом деле является, ну, назову ее пропедевтической проблемой, да, то есть это проблема педагогики, что означают вот эти самые 13 основ. Давайте мы их, сейчас я их выведу на экран, 13 основ, чтобы мы их еще раз обозрели. Вот у нас эти 13 основ. Меньше, чтобы они все были у нас. Вот. Когда он формулировал эти 13 основ, то на самом деле, что означает само предположение о том, что я могу принять на веру, ведь это как бы основы веры, да? То есть я должен верить в существование Творца. Но верить в существование Творца и знать, что Творец существует, это разные вещи. Да? То есть если я занимаюсь науками, то есть занимаюсь философией, то я имею возможность не знать, не верить в существование Творца, а доказать существование Творца. Это пытаются сделать в том числе, ну, например, представители Калама, в том числе Саадия Гаон. И в «Путеводителе растерянных» Маймонид будет критиковать эти доказательства и говорить, что это не доказательство, а черт знает что. То же самое касается его единства. Или, да, он един и один, да, вот это единство и единичность его. Это тоже довольно сложная вещь, и она тоже нуждается в некой проработке философской. Ну и так далее. Да, то есть можно сказать, что практически все эти 13 основ, они нуждаются в уточнениях, и нуждаются в разработке доказательствах и так далее. И тогда, собственно говоря, получается, что Маймонид как бы говорит следующее. Он говорит, что на данном этапе, возможно, что и в само предисловие тоже таково, поскольку я имею дело с определенного рода аудиторией, я хочу заложить некие основы. Эти основы, они на самом деле не являются, так сказать, гвоздями, да, вбитыми в сознание человека. Это на самом деле не что иное, как отправные точки. На этой базе дальше возможно некое развитие. Да, то есть человек на определенном этапе принимает на веру вот эти 13 основ. И это тоже на самом деле новое для иудаизма история, да, хотя она перекликается с книгой «Верование и мнение» Саадии Гаона. Саади же тоже говорил, что Тора нам дает, ну, некие представления. Эти представления я на самом деле потом для того, чтобы быть продвинутым парнем и нормальным религиозным человеком, я должен пройти путь познания, чтобы узнать все то же самое, что, собственно говоря, нам и сказали. В отличие от Саади, у Маймонида эти основы, они могут трансформироваться, да, то есть в процессе моего познания и раскручивания каждой из этих основ, которые я принял на веру, у меня есть некая основа, но дальше они в процессе моего познания, они могут до неузнаваемости трансформироваться. Да, ну, например, с теми же самыми последними, да, воскрешение мертвых. Недаром Рамбам будет обвинять в том, что он отрицает воскрешение мертвых. Он будет говорить, как же, я же вам сказал, вот, пожалуйста, да, у меня 13 основ веры. Я там сформулировал и сказал, что у нас это одна из основ веры. И даже сказал, что тот отрицает, это он вообще не принадлежит Израилю. Но что это такое, как это произойдет и так далее, и так далее. Оказывается, это все требует многочисленных объяснений и так далее. И, возможно, иного языка, да, для того, чтобы понять, что же это такое. Ну, точно так же, как, например, что такое разговор Бога с Моисеем уста к устам или при отсутствии посредника. Что это значит? Он сказал, что да, я бы посвятил этому 100 страниц как минимум, но сейчас у меня нет... А это книга, так по-другому можно сказать, да, вот эта книга, которую я пишу, комментарий к Мишне, она не предполагает такого рода объяснения. Такого рода объяснения я
дам в другом месте. Ну, он собирался писать вот эту книгу «Комментарии Агаты». А здесь нет. И это означает, что сама книга «Комментарий к Мишне», при том, что мы видим, да, целый ряд использования, целого ряда философских понятий, тем не менее, она рассчитана все-таки на определенный совершенно уровень, на определенную аудиторию. И для этой аудитории или для аудитории, находящейся на еще менее высоком уровне, он формулирует вот эти самые основы веры, да, которые являются, ну, своего рода, да, таким вхождением вот в это самое комьюнити, которое потенциально является комьюнити философов. Без наличия вот этого базисного какого-то базисных установок, которые могут, подчеркну, опять же, измениться до неузнаваемости, невозможно дальнейшее продвижение. Получается, что вот примерно так. Ну и вот, ну, то, что Всевышний знает все поступки людей, он их не оставил, да, это вроде бы традиционный взгляд на вопросы проведения не философские, а в путеводителе растерянных это станет гораздо сложнее. Или пророчество, сам механизм пророчества, что же это такое. Это тоже, в общем, отнюдь не просто будет изложено и в путеводителе растерянных, который рассчитан на аудиторию гораздо более продвинутую. Ну, если мы взглянем в общем и целом, да, на вот эти 13 основ, то у нас здесь есть первые 4. Можно было бы их назвать некоторой переформулировкой атрибутов, которые приписывают Богу. Да? И опять же, в путеводителе будет негативная теология, которая будет отрицать любые атрибуты. Существование, например, это атрибут или нет. Помним, надеюсь, что вы помните, мы говорили о Бахе и Бунпакуде, например, это тоже один из атрибутов. Ну, например, единство, да, и справедливость Бога. Это в Каламе приписывается ему как атрибуты, да, или то, что он живой, там, ну, и там есть свой набор атрибутов, о которых мы говорили. Рамбам сводит это вот к 4 моментам, да, это существование, единство тоже в Каламе звучит, да, существование, единство, нематериальность и предвечность. Это 4 некий обрис, да, такой, который относится к Творцу, который у нас должен изначально, да, вот на самой-самой первой стадии как бы возникнуть. На уровне пока просто принять. Вот я принимаю, что да, есть что-то такое, существует, нечто, что является единым, нематериальным и предвечным, абсолютно предвечным. Дальше остальные, да, вещи, они связаны уже с отношением между человеком и вот, представлением о Творце. То есть это послушание и запрет на идолопоклонство. Да, то есть это ему нужно служить, вот этому неизвестно чему нужно служить, но которое характеризуется этими 4 качествами, да, ему нужно служить, чему-то другому служить ни в коем случае нельзя. Дальше у нас есть посредничество, да, посредничество между, значит, вот этой сущностью, между Творцом и земным миром или человечеством, да, это посредничество, это что? Это пророчество, и это Тора, которая является, собственно говоря, тем, что этот самый пророк, в данном случае Моисей, да, приносит. То есть это посреднический аппарат, условно говоря. Да? То есть есть некто уровня ангелов, есть некая речь условная, как он сказал, аллегорически, нужно это понимать. Да? То есть есть некая связь, так, грубо говоря, есть некая связь, осуществляемая между Творцом и
несмотря на то, что он вот, совершенно не имеет ничего общего с этим миром, тем не менее есть связь между ним и этим миром. Ну, и эта связь не на уровне как бы посредничества, а на уровне взаимоотношения с каждым. Но вот в 10-м говорится, да, что он, 10 и 11, это он знает поступки, вознаграждает и наказывает. Естественно, что мы могли бы спросить, что тогда посредничество, зачем нужно, да, и что это за тип посредничества, если он, вообще-то говоря, сам все знает и сам вознаграждает и наказывает. Ну, опять же, объяснения могут быть на простом уровне сколько угодно, да, в том числе традиционное, и это не отменяет ничего из того, что я сказал. Ну и дальше это 12 и 13, да, это некий горизонт описывается. Горизонт – это не эра, мессианская эра, которую он описал нам, и воскрешение мертвых, которое связано с этой самой, с мессианской верой, как некой целью, да, целью, собственно говоря, вот этого взаимодействия между Творцом и человеком. Ну вот, собственно, мы, можно сказать, закончили с вами чтение предисловия к главе Хелик. И, пожалуйста, ваши вопросы, замечания, размышления, если они есть. А если нет, мы перейдем к следующему его предисловию, Шмон и Праким. Предисловию к трактату Авот. Нету у вас вопросов, замечаний? Вопрос такой, все ли тогда знали эти 13 вопросов? Значит, все ли знали? Ну, все ли евреи? Рамбам первый, кто формулирует, в принципе, такого рода основу. Да, я еще раз подчеркну, что в иудаизме до Рамбама у нас догматики сформулированные нет. Что такое догматика? Догматика – это некие постулаты, которые принимаются на веру. В христианстве, в исламе есть определенного рода догматы, которые, собственно говоря, являются как раз тем, что, ну, таким пропуском в клуб. Хочешь быть мусульманином, принимай раз, два, три, четыре, пять. Хочешь быть христианином, тоже принимай раз, два, три, четыре, пять. В иудаизме этого не было, да, то есть не было никаких, мы не видим ничего подобного, да, талмудическом иудаизме. Точно у Саади Галон, можно сказать, что есть в этом направлении какое-то движение, но он не формулирует, да, вот раз, два, три, четыре, пять, принимаешь ты еврей, не принимаешь ты не еврей. Это то, что делает Маймонид здесь впервые, и в таком смысле это революционный шаг, да, потому что до него это не делалось. Отдельный вопрос, естественно, да, почему он так поступает, зачем он это делает. Ну, из вот этого предисловия, которое мы прочитали, в общем, можно выдвинуть гипотезу относительно того, зачем он это делает, да, то есть он это делает для того, чтобы, по сути дела, ну, в каком-то смысле произвести определенного рода фильтрацию, да, то есть если мы говорим, если мы правильно его поняли, да, что теоретически вот это самое сообщество Израиля, или Израиль как таковой, это те, кто, ну, занимаются наукой, ученые, да, ученые, философы. Это потенциальные ученые-философы, которые, в принципе, должны построить этот самый идеальный полис. Для того, чтобы это произошло, для того, чтобы, собственно говоря, человек начал от чего-то оттолкнуться, он должен иметь какие-то первоначальные представления. То есть я не могу начать с нуля, да, то есть так же, как школьник, да, то есть я должен что-то ему сказать. Если я учу там математики, да, я должен что-то сказать ему по поводу того, зачем это, что это такое. Что-то он, по идее, должен как бы на это согласиться.
Но если, например, да, у меня другое представление о буддаизме, если у меня представление о буддаизме такое, что просто нужно что-то делать, не обязательно что-то знать, нужно что-то делать, например, соблюдать Аллаху, то у меня нет необходимости ни в какой догматике. Да? То есть я спрашиваю, что делать? Мне говорят, делай так, так и так. Я, конечно, могу спросить, а зачем? Ну, затем все будет хорошо, будет грядущий мир. У тебя будет доля в грядущем мире. Собственно, с этого же он и начал. Да? Он говорит о другом. Он говорит, что доля в грядущем мире обеспечивается чем? Обеспечивается познанием. Обеспечивается тем, что человек становится вот этим самым разумным существом. Значит, если весь Израиль имеет эту долю, значит, весь Израиль потенциально является вот этими познающими ребятами. А если я говорю о познании, а не просто о делай так, делай эдак, то тогда я должен начать с чего-то. Вот он это формулирует, так сказать, это начало, которое, как я уже подчеркнул, да, может постепенно до неузнаваемости трансформироваться вместе с моим познанием. Я начинаю познавать и так далее, я понимаю, а теперь я понял, что имеется в виду под воскрешением. Недаром он сказал, что прочти это один раз, второй раз. И я уверен, что ты не понял и после десятого. Почему? Потому что на самом деле, если ты будешь развиваться, то изменяться будет, собственно говоря, и содержание этих самых основ. Насчет теперь вопроса жизненного. Кто знал? Что значит кто знал? Вот он сформулировал их впервые. Да, и дальше они распространились. Сегодня они в любом сидуре. Да, то есть они были поэтически переработаны. И сегодня каждый еврей читает в сидуре по утрам вот эти самые 13 основ. Ани мамин. Да, есть песенка «Ани мамин», «Ани мамин бэмуна», «Шлема», ну и так далее. То есть постепенно эта догматика, она даже не очень постепенно, да, она была как бы принята, воспринята, и вот попала в литургию, и теперь ее знают все. Ну, знают как. Не так, наверное, как хотел Рамбам, но тем не менее, да, то есть оно как бы укрепилось в еврейской традиции, 13 основ веры, никто с Рамбамом по поводу этих основ не спорил, с Рамбамом спорили по поводу других вещей, но 13 основ, сформулированных им, были восприняты вполне на ура. Спасибо. А еще вопрос такой. Вот когда появился Иисус, да, получается, что иудеи тогда уже знали эти 13 основ веры, да? Потому что там последний... Жень, еще раз. Рамбам, он живет в 12 веке, да, в 12 веке, и впервые формулирует эти 13 основ. Иисус. Это начало эры, да, то есть это 12 веков назад. Поэтому раньше, никак... да. Раньше, немножко да. раньше. Извиняюсь тогда. Я просто хочу понять, как так получилось. Просто он формулирует вот эти 13 основ веры, да, но там последнее или предпоследнее есть там про воскрешение из мертвых, да, и получается, иудеи, когда увидели воскрешение Христа, ну, то есть они, получается, эти 13 основ были позже сформулированы, но они уже знали о таких вещах, про воскрешение, про это. Когда они увидели наглядно какие-то вещи, они поверили и перешли в христианство, некоторые из них. Не совсем я понял вопрос. Само по себе воскрешение из мертвых, тхиата метим, да, само понятие воскрешения мертвых, оно встречается в талмудической литературе, например, хотя это тоже позже. Да, оно встречается в том числе в каком-то смысле, с какими-то намеками, не встречается в Писании. Хотя явного указания в Писании да, мне кажется, мертвых нет. Что вот но это... воскрешение Иисуса не имеет никакого отношения к воскрешению мертвых. Ну, он же как бы умер и потом воскрес. Это другое дело, это исключительное случай. Это не воскрешение мертвых. Воскрешение мертвых – это коллективное такое тотальное явление, когда все мертвые воскресли.
А я думала, что на его примере и Нет, не народ на его сопоставил примере. там, да, вот Нет, народ некоторые ничего не моменты. сопоставил, это другая история. Ладно, все хорошо. Спасибо большое за такой большой ответ. Ну хорошо, перейдем к комментарию трактату о вот Шмон и Пракин, да? Шмон и Пракин у нас это текст, который Саша Фейгин над ним работал сначала, да. У него было еще очень много сил, и он гораздо больше своих комментариев сюда привнес. Но и мы его комментарии читать не будем. Книжка выйдет, я надеюсь, в ближайшее время, и вы сможете ее почитать. Мы будем читать текст Рамбама. Введение. Мы уже объясняли в начале этого сочинения, какого сочинения, комментарий к Мишне, что побудило составителя поместить данный трактат именно в этот раздел. Так, давайте тогда я остановлю. Сейчас посмотрим, что смотрим, что побудило. Заглянем туда. Yes. Значит, в предисловии к Мишне, мы просто этот кусочек как раз не читали, это кусочек, который касается структуры самой Мишны. Сейчас, подождите, я, по-моему, не вывел на экран. Да? Где он у меня? Почему-то я не могу его найти. Не могу почему-то вывести на экран этот текст. Он у меня не появляется в окошках. А почему? Я понимаю. О, появился. Значит, это тот фрагмент, который мы не читали, где Рамбам в предисловии, в общем предисловии к Мишне говорил о структуре Мишны, о том, почему один трактат следует за другим, там логика распределения этих трактатов и так далее. Ну и трактат Авот, многие из вас, наверное, знают, он находится в разделе Незикин, то есть ущерба. Раздел Незикин является, ну, таким, можно сказать, связанным с что-то вроде уголовного кодекса, да, потому что понятно, что там есть раздел Зраим, посевы, который касается отношений человека с землей, или Моэд, отношения со временем. А Незикин – это, собственно говоря, вот конфликтные ситуации, которые рассматривают судьи. И возникает вопрос, почему трактат Авот, который, в общем, не имеет отношения ни к каким ущербам и так далее, попал именно в этот раздел. И Рамбам там говорит следующее. Когда завершил все нужное судье, то есть вот этот самый раздел Незикин, в который входит Бава Кама, Бава Батра, Бава Меция, Санедрин, да, Макот и так далее. Когда завершил все нужное судье, приступил к поучениям отцов, трактату Авот. И поступил так по двум причинам. Первое – показать преемственность и связь поколений, передачу Торы от поколения к поколению. С этого начинается трактат Авот как раз, да, что Моше передал Яшуа, Яшуа передал старейшинам и так далее. А потому следует почитать мудреца в среде народа и оказывать ему почести. И поскольку ниспослано ему верное знание. И он в своем поколении таков, как те в своих поколениях. То есть, чтобы судью каким-то образом, так сказать, дать ему легитимацию и реноме определенное, да, поэтому трактат вот как говорит о передаче этой традиции, получается, что судья, который
сегодня судит, это не простой судья, а судья, который принадлежит вот этой самой цепочке. Вторая причина помещения трактата здесь, вот в чем что пожелал составитель Мишны, то есть Иуда Анасит, привести здесь урок каждого из мудрецов мир им, чтобы учились мы у них добрым качеством души. Ну, там действительно, как вы знаете, да, то есть там, Антигнос из Соха сказал, там, и тот-то сказал. Обычному человеку это не так нужно, как судье. То есть вот эти добрые качества души или этическое совершенство, говорит Маймонид здесь нам, да, обычному человеку не так уж и нужны, как судье. Если невежда не будет приобщен к морали, не будет в этом общественного ущерба. Это будет ущерб ему самому. Но если судья не будет привержен морали, не будет скромен, то навредит и себе, и людям. И поэтому поучение отцов в трактате, прежде всего, это поучение судьям. И, собственно говоря, поэтому этот трактат, а вот с точки зрения Маймонида, оказался вот в разделе Назикин. Так вот, судья должен основываться на всех принципах трактата. А вот, например, быть неспешным в суде, не торопиться, вынося приговор, ну и так далее. Да? То есть все положения трактата «А вот» они в первую очередь относятся как бы к судье, как к человеку, который вершит суд и который играет серьезную роль в сообществе. Это то, что значит нам... То, что напоминает нам Маймонид, когда говорит, что уже описал это. Возвращаемся. То есть мы поняли, почему данный трактат именно в этот раздел. А также упомянули там большую значимость. И уже обещали мы несколько раз в предшествующих частях этого сочинения, что в комментарии к данному трактату мы поговорим о полезных вещах. Хотя это несколько удлинит наш комментарий. Ведь этот трактат, хотя и кажется ясным и легким для понимания, однако исполнение заключенного в нем непросто для каждого. Да и не все сказанное в нем понятно без достаточного комментария. И вместе с тем трактат ведет к великому совершенству и подлинному успеху, то есть к моральному совершенству, да, которое должно сопутствовать интеллектуальному совершенству или его обеспечивать. Потому и решил я поговорить о нем более пространно, и уже сказано было мудрецами, кто хочет быть праведным, пусть исполнит слова отцов. Ну и трактат вот а вот как раз вроде бы об этом. И нет у нас ступени выше, ступени праведности, кроме пророчества. И одно ведет к другому. Ведь пророчество и праведность в данном случае он как бы отождествляет. И действительно, праведность, сказали мудрецы, праведность приводит к пророчеству. Это как бы одно из высказываний из трактата Авадазара. То есть ясно из их слов, что исполнение наставлений этого трактата приводит к пророчеству. Мы помним, да, что пророчество – это на самом деле интеллектуальное совершенство, да, а наставление этого трактата – это этическое совершенство. Вот этическое совершенство может привести к пророчеству, но при условии, конечно, что человек будет заниматься науками. Потому что он охватывает большую часть моральных достоинств. То есть это этический трактат. Да? Еще раз он там это подчеркивает. И мы объясним истинность этого в дальнейшем. Еще я нужным, прежде чем стану комментировать фразу за фразой и предпосылать главы, которые будут полезны читателю, дадут ему важные предварительные знания и ключи к пониманию дальнейших комментариев, предпослать вот это предисловие. Да? Знаешь же, что идеи, которые я выскажу в этих главах, в этих восьми главах, это восемь глав, предпосылающих, предваряющих, собственно, комментарий к трактату. Вот. Не сочинены мной, знаешь, вот эти идеи, которые я здесь 8 глав собрал, это не то, что я сочинил. Они собраны из слов мудрецов в Мидрашах, в Талмуде, в других их сочинениях. И из слов философов, заметьте, да, и из слов философов древних и новых. И из сочинений многих других людей. То есть на самом деле вот это соображение, касающееся предварительных знаний для изучения этики, так можно было бы сказать, да, для изучения того, что можно было бы назвать морально-нравственным совершенством, которое описывает трактат, а вот
предисловие к нему собрано из, не только из слов мудрецов и Талмуда и так далее, но и слов философов древних и новых, и вообще сочинений самых разных людей. Но здесь Саша правильно добавляет, что важнейшим из своих древних и новых предшественников Рамбам считает Аристотеля и Аль-Фараби. Про Аль-Фараби он пишет своему переводчику, то есть Шмуэлю бен Тибону, действительно, занимаясь книгами по логике, ограничься сочинениями Абу-Насра Аль-Фараби, отборное и лучшее в соответствии с мерой его великой мудрости. То есть Аль-Фараби для Маймонида является значительным философским авторитетом. И вот Саша совершенно прав, что когда он говорит древних и новых, он имеет в виду, с одной стороны, Аристотеля, может быть, и не только Аристотеля, а там Платона, может, тоже частично, да, и новых, он имеет в виду Аль-Фараби прежде всего, но, может быть, и Ибн Сину, и Ибн Баджу. Но он собрал здесь, получается, воедино и то, и другое. И то, что нашел в Мидрашах и Талмуде, и то, что нашел у философов. И может случиться, что иногда приведу я целиком изречение из известной книги. И нет в этом ничего предусудительного, да, потому что он сказал, выслушай истину от всякого, кто бы ее ни сказал. То есть истина, она не имеет, так сказать, вкуса, запаха и так далее. Кто бы ее ни высказал, ее можно принять. Нет ничего в этом предусудительного. Я не поступаю я так, чтобы хвастливо приписать себе слова предшественников, ведь я уже признал это заранее. Здесь в скобках можно заметить, да, что вообще-то говоря, действительно для средневековых авторов не очень принято, как стало чуть позднее, в наше время уж совсем, да, то есть если ты приводишь какие-то слова, закавычь, сделай ссылку, да, скажи, что кто это и так далее. В общем, это действительно во времена Рамбама делалось редко, и он тоже не собирается это делать, но, по крайней мере, он в этом предисловии говорит, что я буду цитировать. То есть то, что ты читаешь, это не все мое, оно собрано из разных этих самых изречений, из разных книг, и в этом нет ничего предусмотрительного. Если бы я писал так сказал и мярок, то есть каждый раз отсылал кому-то, это было бы бесполезным многословием. И может случиться, что в душе читателя неразумного, своего имя цитируемое, несимпатичного ему, породит мнение, что и слова его ошибочны, и непонятно будет сочтено неправильным. То есть здесь Рамбам в очередной раз выступает против атрибуции. Да? Он в Мишне Тору составляет так, что избегает атрибуции, да, там нет раба сказал, или Абай сказал, или Равхизда, или Раби Акива, он просто формулирует некое положение, и все. Ну и здесь он говорит, что вообще-то говоря, вред от такого рода отсылок может состоять в том числе в том, что у человека представление, предположим, Аль-Фараби, а этот мусульманин, и читать не будет. Например, так, да, поэтому он не дает ссылок. Поэтому я решил не упоминать имена цитируемых авторов, дабы принести пользу читателя и разъяснить ему мысли, скрытые в этом трактате. Теперь же начну изложение глав предисловия, как намеревался, и будет в нем 8 глав. Да, и вот Шмон и Праким, так они называются. Видите, какой большой комментарий Саша пишет. Ну, вот выйдет книжка, вы его почитаете. 8 глав, так и называются это произведение, как бы как отдельная брошюрка издавалась многократно, именно как Шмон и Праким, даже без относительного комментария в дальнейшем, который пишет Рамбам. И он начинает так: знай, что душа человека одна душа, но у нее множество различных действий. Некоторые называют часть этих функций душами. А некоторые поэтому считают, что у человека множество душ. Так полагают врачеватели, ну, врачи. Так что даже самое главное из них, ну, непонятно, кто он имеет в виду, Гиппократ или Гален, там у нас два главных, Гиппократ и Гален, изначально определяет, что у человека три души. Физическая, биологическая и психическая.
Другие же называют эти функции силами или частями. И этим термином пользуются многие философы. И говоря о частях, не имеют в виду, что душа делима, подобно тому, как делимы тела, но перечисляют различные функции, относящиеся к душе в целом, как части относятся к включенному, включающему их в целом. Здесь на самом деле как бы важный момент античной и средневековой психологии, да, психологии в смысле как наука о душе, это действительно определение вот этих самых разных аспектов, да, или разных страт души. И когда Рамбам говорит здесь, что некоторые врачеватели считают, что есть разные души, то это как бы безумие, они так считают, потому что они врачи, им так удобно, да, но на самом деле, если говорить о душе, душа не может быть не одна, да, то есть она, естественно, одна, а выделение различных ее аспектов или частей, это не что иное, как ну, терминология такая, да, просто мы хотим говорить о свойствах души, но душа, конечно же, не может быть ни одной. Но это, опять же, понятно, исходя из того, что мы уже читали, да, если грядущий мир – это, собственно говоря, соединение души с активным интеллектом, да, с небесным миром, то понятно, что здесь индивидуация, да, то есть этот субъект – это один, да, душа – это одна, а не несколько душ. И поэтому, когда врачи говорят про физиологическую, биологическую и психическую, они говорят о разных аспектах. А философы, как он подчеркивает, да, они все-таки называют это силами души, подчеркивая единство. На самом деле был спор относительно вот этого количества, так сказать, душ. И Рамбам здесь твердо указывает на то, что душа одна. А ведь ты знаешь, что исправление свойств души есть не что иное, как лечение души, ее сил. И лекарь, чтобы исцелять тела, должен прежде изучить тело, которое он лечит, в целом и части его, поняв, каковы они. Он приводит аналогию. Я же не говорю, что от того, что у человека есть руки, ноги, голова, уши, это не значит, что у него есть много тел. Тело одно, да, но у тела есть разные, так сказать, органы. Точно так же у души есть разные аспекты. И речь идет о теле человека. Также должен он знать, что вызывает болезни, чтобы избегать этого, а что исцеляет, чтобы этим воспользоваться. Точно так же исцеляющий души, желающий исправить его моральные качества, должен знать душу в целом и части ее, и что вызывает ее болезни, а что исцеляет ее. И тут я скажу, что частей души пять. Питающая, чувствующая, воображающая, побуждающая и мыслящая. Здесь мы попадаем в определенного рода такую дискуссию, да, в том числе научную дискуссию и комментаторскую дискуссию вокруг произведения Рамбама, и не только его. Я сейчас поясню, в чем дело. Дело в том, что наиболее известное и распространенное в средневековой литературе, даже позднее, деление на вот эти самые части, это деление, о котором мы с вами уже многократно говорили в рамках наших занятий, да, это растительная душа, животная душа и разумная душа. Вот три части души, которые соответствуют чему? Соответствуют устройству, как бы, возможно, космоса, ну или точно стратификации существ в подлунном мире. Да? Ну, минералы, некоторые, кстати, говорят об этой четвертой части души, такой совсем, да, как бы минеральный, не живой. Есть растительная душа, есть животная душа, есть разумная душа. И об этом же говорит Рамбам. Да? Во многих своих произведениях мы видим у Рамбама вот это трехчастное деление души. А здесь у нас пять, он говорит, двух. Питающая, чувствующая, воображающая, побуждающая и мыслящая. Мыслящая тоже есть, вот разумная, да. Ну, питающая можно отнести к растительной. Но, тем не менее, здесь вроде бы деление совершенно иное. Ну, чтобы как-то с этим совладать, да, мы давайте
Ну, давайте посмотрим, что здесь пишет Саша. Саша пишет, вот пять частей души. Ну, я добавляю, что у Альфа-Раби мы это находим, сейчас мы это увидим. И Саша пишет, что классификация Рамбама отличается от трех частных различных моделей Платона и Аристотеля. Следует иметь в виду, я добавляю, что следует иметь в виду, что различие классификации душ или сил душ может быть связано с контекстом обсуждения. Онтологическое рассмотрение приводит к одной модели, вот этой трехчастной души, а психологическое или физиологическое к другим. То есть на самом деле вот эта проблема, противоречие, что Рамбам то говорит три, то говорит пять, оно вообще-то говоря относится не только к Рамбаму, но и к античным авторам. Давайте сейчас я вам это продемонстрирую. Нет, это не то. Я что-то проблемы какие-то с этим. Эй. Так. Что ж такое? А, вот так надо делать. Не так просто. Не появилось. Не появилось. Ну, появилось. Ну, вот в Никомаховой этике, в переводе Брагинской, да, вот она пишет о учении о двух частях души у Аристотеля. Самого Аристотеля там мы находим такого рода противоречия. Вдруг в одном месте у него две части души, в другом месте у него три, иногда вот и больше. И вот что пишет по этому поводу Брагинская. Учение о двух частях души, вероятно, было широко распространено. Платон говорил о трех и о двух частной душе. И у Платона есть две части души и три части души. На платоновское трехчастное деление опирается Аристотель в топике. Но в трактате о душе, психологический трактат, да, он сводит деление к двум частям. Ну и есть как бы исследователи, которые говорят о соотношении платоновского и аристотельской психологии. А здесь, в Никомаховой этике, Аристотель предлагает два способа выделения частей души. Он говорит, что душа делится на части, не обладающие суждением, логосом, и обладающую. Вот две части. А первая часть состоит из растительной и питательной. То есть в первой части есть два подраздела, а во второй части, и причастный суждению, которое при этом называется повинующийся, а также подвластное влечению и стремящееся, и послушное. Видите, в общем, на самом деле получается как раз их пять. То есть он говорит о двух частях души. Одна часть души, которая имеет отношение к суждению, и другая, которая не имеет отношения к суждению, и просто та, которая не имеет отношения к суждению, она у него оказывается разветвленной в каком-то смысле. Ну и дальше Брагинская рассуждает как бы о том, как, собственно говоря, это соотносится с другими классификациями, которые мы встречаем в других произведениях Аристотеля. Но если мы обратимся, например, к Альфа-Раби, это все оказывается непросто. Давайте посмотрим Альфа-Раби. Альфа-Раби в афоризмах государственного деятеля пишет следующее. Главных частей и сил души пять. Питательная, ощущающая, воображающаяся, стремящаяся и разумная. Это в точности те части души, о которых говорит Рамбам. Рамбам мог по-простому, да, следовать Альфа-Раби.
Но дело не в этом, а дело в том, что у Рамбама иногда мы видим вот это трехчастное деление. Так вот, то, что я, с моей точки зрения, то, что происходит, происходит просто вопрос того, в каком аспекте рассматривается душа. То есть, если я говорю о неких механизмах того, каким образом происходят в душе те или иные движения, да, движения души, так можно их назвать, да, то человек к чему-то стремится, или человек, наоборот, что-то отвергает, человеку что-то нравится, или человеку что-то не нравится, и так далее, да, то есть вот эти побуждающие, как бы, мотивы и так далее, тогда я должен рассматривать определенный конгломерат сил, которые действуют в душе. И совершенно другое дело, если я говорю о душе как о онтологической, так сказать, онтологической стратификации души. Онтологическая стратификация соответствует вот этим онтологическим уровням подлунного мира. Да? Растения, над ними животные, над ними разумные существа. Там мы помним, что у Иуды и Леви были еще и пророки, да, как четвертая, как бы, страта существ. И это просто разные рассмотрения души. Да? То есть, поэтому никакого противоречия, собственно говоря, нет в том, что Рамбам иногда использует трехчастное, а иногда пятичастное, как здесь. А есть просто различие взглядов, да, на то, с какой стороны я, собственно говоря, хочу рассматривать душу. Ну, теперь вернемся. Я думал, что я буду легко перескакивать с одного на другое, оказалось, что не так уж удобно. Ну, хорошо. Значит, вот он говорит: питающее, чувствующее, воображающее, побуждающее и мыслящее. И мы уже предупредили в этой главе, что речь идет именно о душе человека. Ведь питание человека – это не питание осла или коня. Питание человека обеспечивается питающей частью человеческой души. То есть можно было бы вообще сказать, что питающее – это что-то, что связано с телесностью. Да? Он говорит: нет. Осел кормится питающей частью ослиной души, пальма же питающей частью души, которая есть у нее. Видите, он специально приводит животное и растение и говорит, что на самом деле и у животного, и у растения, и у человека есть вот это, этот элемент, да, или этот аспект, аспект души, который можно назвать питающим. Но вместе с тем, да, вот у нас три страта, он в каком смысле здесь перечислил, но аспект питающий, он свойственен всем трем. И хотя обо всех этих видах говорят, что они питаются, это лишь общий термин, но они, значения его различны. Также, когда говорят, что человек и животные чувствуют, ощущение человека – это не ощущение коня, да, и ощущение представителя одного вида отличается от того же ощущения представителя другого вида. Но у всякого вида из тех, что имеют душу, душа уникальна для этого вида и отличается от души любого другого вида. А аспект чувствующий, он один и тот же. У разных душ есть разные действия, и может оказаться, что действие одной души будет похоже на действие другой. Это способно привести к ошибочному отождествлению разных свойств души. Поясним это на таком примере. Три темных места. Над первым взошло солнце, и это место осветилось, на вторым взошла луна, и оно осветилось, а в третьем зажглась свеча, и оно тоже осветилось. В каждом из трех мест появился свет, но причина и источник света в первом случае – солнце, во втором – луна, а в третьем – огонь. Так источник человеческих чувств в душе человека, источник чувства осла в ослиной душе, источник чувств орла в душе орла. И нет между ними ничего общего, кроме названия. Пойми же эту мысль, она не очевидна и важна, и ошибались в этом очень многие из философствующих. Значит, Саша пишет, что это ироническое замечание иногда переводят как некоторые философы, но это не соответствует значению арабского слова «митпальсев», ивритского, да, и соответствующего арабского. И трудно сказать, над кем иронизирует здесь Рамбам, но из контекста, может быть, это Эпикур и его последователи, не знаю, не уверен. И высказывались также мнения, что речь идет о терминологической путанице, перенос тождества терминов на обозначаемые им реалии. Действительно, есть и такие высказывания. Подобно той, что возникает при отнесении одних и тех же атрибутов к человеку и Творцу. Да? То есть так же, как мы говорим, что
там, человек мудр и Бог мудр. Это разные вещи. Это мудрость не одного порядка. Так же и здесь. Когда речь идет о чувствующей душе, я думаю, что вот это замечание, да, которое сейчас мы прочитали, оно как раз отвечает на вот этот парадокс, на который некоторые указывают, что же у Рамбама 5 все-таки частей души или 3. Смотря как смотреть, да, вот в том рассмотрении, которым сейчас занимается 5, а в другом рассмотрении может быть 3, в зависимости от того, с какого угла мы смотрим. И вот здесь эта питающая и чувствующая часть, она бывает, естественно, и у животных, и питающая, может быть, даже и у растений. Да? У животных, в смысле, у растений нет чувствующей, по-видимому. Ну вот Рамбам это прояснил, да, и возвращаясь к нашей теме о частях души, скажу, что от питающей части исходит способность поглощать, удерживать, усваивать пищу и выводить отходы, размножаться и расти, и производить себе подобное, и разделять смеси на поглощаемое и выводимое. Казалось бы, все эти вещи, они скорее связаны с физиологией, да, это связано с телом, а не с душой. И тем не менее, с точки зрения вот античных и средневековых представлений, ответственность за все эти действия тела, тело не может вообще ничего само по себе делать, да, то есть мы сегодня представляем так, что, ну, есть какие-то механизмы там, то есть а с точки зрения вот антично-средневекового взгляда, что бы я ни делал, хожу я, да, там, или еще что-то такое, ну, мы бы сегодня сказали, да, мозг посылает и так далее. А у них было представление о том, что есть отвечающая за это часть души, в данном случае, да, которая, собственно говоря, и регулирует все это. Что она регулирует? Вот эта питающая часть, ну, это усвоение пищи, отходы, ну, еще и размножение и рост. И произведения себе подобных, да, то есть это тоже питающая часть души. И подробное обсуждение этих 7 способностей, путей их действия, характеристик их действия, а также благодаря каким органам их действия становятся наиболее заметными и явными, эти органы проявляют это действие души, какие из них действуют постоянно, какие в определенное время, все это относится к искусству медицины. То есть медицина занимается как раз вот этим, этой частью, да, питающей частью. И здесь это неуместно. Ну, хорошо. Чувствующая часть включает 5 всем известных чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Он уже сказал, да, что это есть и у животных. Но это у животных своя животная душа, в которой есть чувствующая часть. А у человека своя человеческая душа, в которой тоже есть чувствующая часть. Между ними ничего общего нет, кроме названия того, что и то называем чувствующее, и это называем чувствующее. Воображающая часть помнит воспринятое ощущениями после того, как оно, это воспринятое, не влияет на органы чувств. И сочетает воспоминания одно, из других отделяет друг от друга и таким образом строит из воспринятого новое, которое душа никогда не воспринимала. Видите, воображение что делает? Воображение ответственно за память. В памяти возникают определенного рода образы, эти образы могут соединяться, и получается то, что душа никогда не воспринимала, да и не могла воспринять. Например, вообразит кто-то железный корабль, несущийся в воздухе. Удивительный пример, да? Или человека, голова которого в небе, а ноги на земле. Или тысячеглазое животное, к примеру. И многое иное невозможное порождает воображающая часть. То есть она вспоминает какие-то кусочки, да, фрагменты реального восприятия, отложившиеся в памяти, и их сочетает между собой. И многое иное невозможное порождает воображающая часть и изобретает фантазии. В этой связи Мутакали мы впали в позорное великое заблуждение. Опять он критикует, ну не опять, а вот в данном случае явно критикует Калам, которые положили в основу ложному делению на необходимое, возможное и невозможное. Они считали и убеждали других, что все, что вообразимо, может существовать, не понимая, как мы уже говорили, что эта воображающая часть может формировать объекты, невозможные в реальности. Для Калама
вот это положение о том, что все, что можно вообразить, может существовать, оно важно, да, оно важно для неких теологических, опять же, целей. Да, это одно из, например, доказательств того, что я могу как бы вообразить нечто превышающее, значит, человеческие возможности и так далее, говорит о том, что вот это нечто, что превышает человеческие возможности, существует. Рамбам здесь, собственно говоря, критикует Калам, говоря о том, что они рассуждают без определенного рода базы. Да? То есть это базовое, в каком смысле, да, не занимался человек наукой, а что-то сочиняет. Вот Калам с его точки зрения действует именно таким образом. А если бы они почитали, например, психологию, да, то есть трактат о душе и комментарии к нему Аристотеля, или соответствующие трактаты там, Платона, или медицинские труды там, Гиппократа и Галена, то они бы поняли, как работает воображение. Да? То есть, что такое воображающая часть души и как она работает. А работает она так, что она может сочетать разные вещи и превращать, соединяя их, изобретать нечто, чего не существует. Побуждающая часть – это способность возжелать нечто или отвергнуть нечто. И среди совокупности действий, порождаемых ею, стремление к объекту или бегство от него, симпатия или антипатия, гнев, желание, мужество, страх, отвага, жестокость, жалость, любовь, ненависть и многие другие подобные душевные проявления. То есть, по сути дела, вся вот эта эмоциональная часть, то, что мы называем эмоциональной, да, жизнь души, Рамбам носит к побуждающей части. И все члены тела – инструменты этих сил. К примеру, силой руки совершается действие рукой, силой ноги – хождение, силой глаза. Сила глаза служит зрению. Благодаря силе сердца человек дерзает или робеет. Итак, все органы тела, внешние и внутренние, суть – инструменты побуждающей части. То есть побуждающая часть заставляет органы действовать. Ну, помнишь, питающая заставляет действовать не органы, внутренние органы в каком-то смысле, да. Разумная часть, свойственная человеку и только человеку, позволяет понимать, размышлять, изучать науки, отличать мерзкое действие от прекрасного. Видите, смотрите, этическая, да, категория – отличать мерзкое действие от прекрасного. И ее функции состоят из практических и теоретических. Практически, в свою очередь, можно разделить на ремесленные и мыслительные, а теоретические способности позволяют человеку познавать реальность, не меняющиеся реальности, почему-то здесь приведено, я как-то не заметил, не очень хорошо, да, не меняющие свои сущности. Это в целом называется науками. То есть теоретическая способность – это способность к наукам. А ремесленные способности, которые тоже относятся к разумной части души, мы применяем к владению профессией, например, столярным делом, земледелием, медициной, мореходством и так далее. И мыслительные способности позволяют человеку планировать действия, которые он совершит, когда пожелает, неважно, исполнимо это или неисполнимо. Если дело возможно, он планирует, каким именно образом он собирается это исполнить. Это все, что следовало упомянуть тут о свойствах души. Ну, собственно, мы здесь как раз и остановимся, да, то есть мы почитали такое предисловие о свойствах души, которое на самом деле поможет Рамбаму, наверное, сформулировать, ведь речь идет о чем? Речь идет об этическом трактате, да, какое отношение имеет к этическому трактату психология. Есть этика, есть психология. Он сейчас говорит о психологии, психологии как науке о душе. Он говорит, что без психологии, без понимания того, как работают механизмы души, я не могу говорить полноценным образом об этике. Вот, например, ошибки, он упомянул ошибки философствующих ребят, которые не так это все понимали, ошибки мутакалимов. И чтобы у нас не было никаких ошибок, он приводит достаточно кратко, как мы видели, да, и, в общем, вполне понятным образом, да, приводит нам вот это деление, да, деление на силы души, которые задействуют те или иные жизнепроявления человека. Ну хорошо, здесь мы сегодня остановимся и через неделю продолжим с этого места.
Спасибо, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Вторая часть еще, и сейчас пока еще вопросов нет, потому что ничего не... Пока еще нет вопросов, да, мы слишком мало прочитали. Ну все, да, счастливо. Да, все, счастливо. Всем пока.